Линь – идеальная рыба для пруда не только деревенского, но и декоративного. Неприхотлив, как карась, практически не болеет, потому что имеет очень плотную антибактериальную слизь на чешуе. Почему линь идеален для наших декоративных прудов? Почему мы карася и карпа часто меняем на линя? Потому что он не размножается так активно, растет и живет долго, до 20 лет, не болеет. Максимальный линь достигает длины 70 см и вес 7 кг. Размножаться начинает с 3-летнего возраста. Кушает молодые побеги и червячков, бентос и личинок. Путем искусственного отбора выведена декоративная форма золотистый линь. Очень редкий вариант. Линь меняет цвет чешуи на воздухе, поэтому его прозвали линь. Рыба вкусная, менее костистая, чем карась. Хорошо себя чувствует в озерах, прудах. Обычно ведет одиночный, малоподвижный образ жизни. Держится у дна, среди зарослей, избегая яркого света. Не требователен к концентрации кислорода. В общем, линь – отличная замена карасю. Если информация показалась полезной, подпишись. А с меня новые видео.